Для того, чтобы студенты, будущие предприниматели, получили не только теоретические знания, но также и практические навыки, Балтийская международная академия, благодаря поддержке фирмы «Эпикор», организовала амбициозный проект – программу предпринимательской деятельности, системы планирования ресурсов предприятия реализует фирма «Багуа». В этой программе, используя виртуальную среду, студенты смогут пережить все процессы, связанные с созданием предприятия и его руководством. Проект фирмы «Эпикор», Международная Балтийская академия и фирма «Багуа» дает учебному процессу Международной Балтийской академии следующие преимущества. Во-первых, это современные бизнес-решения, которые создаются, они учитывают лучшие мировые практики. Поэтому, работая с такой технологией, студент, предприниматель получает современные практики, которые отработаны в мировой практике, и они используют реально в учебном процессе. Второе, студент, получая теоретические знания, используя данную технологию, на практике сразу может современные технологии приобретать практические навыки, что повышает его конкурентоспособность на рынке труда, поскольку он готов работать с современными технологиями, а мы знаем, что весь малый и средний бизнес со временем будет вообще работать в киберпространстве. Выразить большую благодарность фирме «Эпикор», которая пошла нам навстречу и практически бесплатно представила такой дорогостоящий продукт в пользование нашим студентам. Каждая группа студентов подготовила структуру будущих предприятий, продуктов, услуг, которые они будут реализовывать на рынке, своих конкурентных преимуществ, которые они уже смогли придумать. Одним словом, судя по всему, игра удастся, и не только это, а все последующие. Напомню, они будут со 2 по 4 курс, так что мы только в начале пути. Программа «Эпикор», в первую очередь, интересна и примечательна тем, что дает возможность студентам предпринимательской деятельности получить не только теоретические, но и практические знания в этой области. Также получает, дает возможность освоить современный, скажем так, интернет и компьютерные решения в области ведения бизнеса. И также дает возможность нам работать в команде, да, то есть сплачивает нас, помогает нам лучше друг друга узнать и настраивает на коллективный труд, что, конечно, повышает эффективность работы в целом.